Такс. В общем-то, отписал я вчера в Discord по поводу этого мода, то есть спросил, есть ли вообще легальные способы пройти эту комнату Белого дворца. Ну и, собственно, за сутки мне ничего не ответили по делу. То есть, не знаю, редактирование файла тоже вчера не прокнуло, поэтому я решил поставить дебаг мод и попробовать хотя бы с дебаг модом завершить этот сейф файл. Но так, кажется, это мне должно помочь. И то я не знаю. То есть, блин, я для себя понял, что вообще не следует больше никогда выбирать типа вот all bosses и прочее, прочее, прочее. То есть, когда ты генерируешь себе сид для прохождения этот. Ну, то есть, по крайней мере, когда ты играешь без клешни, вот точно не стоит. Если со всеми спеллами играешь, то, в принципе, нормально. Вот, то есть, так тут можно пролезть. Сейчас, не знаю, может, по-честному попробую пройти... Ну, то есть, вот, эту комнату не мог, а все остальное попробую сейчас по-честному пройти. Так, давайте тогда выключим эту штуку. Ой. Так, читы... Выключить... Единственное, что я надеюсь, что на бинды ничего, короче, не будет стоять, потому что у меня просто бинды такие, то есть они у меня на нампаде стоят. И, в общем-то, они могут перекрываться с этим дебаг-модом, и это будет весело очень, если что-то будет совпадать. А не знаю, можно ли тут ремапать, то есть я второй раз юзаю этот мод, и то. То есть, как бы, не особо я в нем разбирался. Ага. Интересно. Надо было, наверное, все-таки души набрать перед тем, как идти туда, сюда, вернее. Или мед надеть. С чем я, кстати, пошел? Ну такое. В общем, если умру, то умру. Тогда переоденусь. Так. Ага. Слишком быстро. Ай, ну блин, я же мог налево стать. Не раскликался еще сегодня. Типа начинать свой день с Белого дворца, это, конечно, то удовольствие еще. Так, ну вот, часть пути уже есть. Ой. А, блин, там еще сверху эта хрень будет. А, то есть я могу даже с двойного прыжка, наверное, туда запрыгнуть, я думаю. Или не могу. Непонятно. Блин. Не хотелось бы, конечно, умирать, но с другой стороны... А я это не помню, ну то есть я же не в стальной душе, даже если умру, по идее, ничего страшного особо. Упс. Сейчас переодену тогда талисманы как раз. Потому что без клешни это будет жестко. Так, значит, ставлю так. И вот так, по идее, этого должно хватить мне. Так... Там... Ой, я не могу так. Infinite jump. Ой, я теперь не могу закрыть. Так. Infinite jump убрать. Все, по... Ой, погнали. Пытаться дальше. Трайхардить. Блин, а я опять душу не набрал об этих... Слух королевских. Ничего. Надеюсь, больше не будет таких мест, которых без клешни вообще нельзя никак пройти. А, у меня же теперь гвоздь покороче, надо не забывать это. Так. Ой. Сейчас, секундочку. Так, все нормально. Продолжаем. Оу. Так, ну хотя бы теперь я получаю душу за то, что я коцаюсь. То есть отчасти уже попроще будет. Так. Но все равно заигрываться особо нельзя. О, что-то я совсем не кликаю. Что должен кликать.
блин, не знаю. Вроде понимаю, куда жать, но как-то это странно выглядит. То ли не в тайминг нажму, то ли очень. Так. А, стоп, я же могу с пылами, типа, задерживаться в воздухе, но я забываю постоянно об этом. Так, попробую сейчас еще раз. В принципе, я могу даже на следующую перепрыгивать, сразу стараться. Или нет? Сложно. Так. В принципе, наверное, можно даже было взять вместо улья выхиливать по 2. Я думаю, гусеничка бы справлялась с этой задачей. Хотя... Так, так. Так. Все, поехали. Да ё-моё. Он просто закрывается. И снова душу не набрал. Со мной не так сегодня. Ну, по хз, я мог бы стоять тут ждать каждый раз, пока оно будет выхиливаться, но что-то мне так лень. Так. Слишком поздно начал. Так. О, ну, было ж хорошо все так. О, хорошо, все. Так, теперь уже отсюда хотя бы буду начинать. Уже думаю, не умру нигде здесь. Не-не-не, надо начинать. Ой, что-то поздно. Сейчас. Вот сейчас примерно надо начинать, только надо второй прыжок сейвить, чтобы сделать его там. Вот здесь. Блин. Так. Так, ну уже... А, я не допрыгиваю так. Ё-моё. Ладно. Так, сейчас. Так, ну хорошо-то. Будем толкаться... Оп, ты ё-моё. Толкаться от той пилы будем стараться. Или от этой. И вот можно попробовать, даже не знаю. А ну-ка. Так. Где она? Не могу поймать тайминги. Ё-моё. Хитбоксы немножко надо прочувствовать тут. Так. Вот, все, уже отсюда будем начинать. Хильнусь, чтобы не тратить душу пустую. Вот, чтобы она не накапливала мне фулл счетчик. Так, а, ого! Не, ну реально, но, блин. Сейчас будем стараться. Ё-моё. Блин. Не, ну платформинг, конечно, интересный, даже вот так без клешни. То есть. Довольно-таки неплохо выглядит это все. Так, кильнемся на единичку. Тут вроде пролезть можно, если очень захотеть. Сейчас. Да. Блин. Ну, я, наверное, слишком жадный. Ну, типа, с клешней-то тут точно можно пролезть, а без клешни не знаю. А, или надо... Вот... О, ё-моё, получилось. Не проходить весь этот путь. Потому что жестяк бы был бы какой-то. Так, что у нас далее? А, мне вниз, как я понимаю. О, наконец-то. А, все, у меня фулл душа. Отлично. Так, ну попробуем. Надеюсь, тут можно без клешни как-то справиться. Так, стоять уже можно, это радует. Стоп. Хорошо. Так, то есть мне надо вниз. А, вот есть момент, когда вниз можно нырнуть там. Так. Хорошо. Рычажочек. Все, вроде нажал, я должен был открыть, по идее, вот здесь комнату. Да, вот. Отлично. Так, ну, надеюсь, не будет во второй части. Я, конечно, могу и на путь боли свернуть. Там вроде есть лавочка где-то вот перед ним. Сна глянуть будет. Типа, ну, блин, мне кажется, путь боли вообще нереально сделать без клешни никак. Так, там вроде позже лавочка есть. Я, наверное, сейчас пойду по это попробую ее. Так.
Так. Ой, ой-ой-ой, нет, я же не хотел этого. Так. Надо сгруппироваться. Так. О, туда без клешни не залезть никак, ё-моё. Так, ну ладно, схожу, наверное, тогда на... А, так там и лавочка вроде бы. А, ну ладно, я тогда сделаю так. То есть сейванусь чисто на лавочке. И пойду попробую свернуть на путь боли и попробовать без клешни путь боли пройти. Ну, хотя бы начать. Так, это убрать. Все. Теперь хотя бы отсюда буду начинать, если я помру. Так. Так. Где там еще они? Все. Погнали. Травить. Там вроде есть место, где надо прям со стены там кристальные дэши будет делать. А, так вот это самое место, лол. Я даже про само начало забыл. А ну, а допустим, если бы я был без клешни, ну то есть, начну как бы с прыжком, а когда к первой пиле прицеплюсь, вот это, нет, тут никак не допрыгнуть, то есть тут надо допрыгнуть, а потом, то есть, зацепиться, оттолкнуться. Ну, в принципе, я отсюда могу попробовать без клешни сейчас. Сейчас пила будет подниматься. Так, читс, так. Ну. Ой, у меня не было прыжка второго. Это было опрометчиво. Сейчас, так. Infinite jump. Ай. Неплохо. Так, все, надо запомнить. Второго прыжка у меня не будет. Сейчас, короче, вот. Не знаю, блин. Да, дай. Блин, надо как-то так. Вот сейчас, наверное, где-то. Cheats off. Так. Так. А, не, ну в принципе пока вроде получается. О, я слишком криво нажал. Ладно, я не буду прям слишком тут мучиться. Я типа могу потом по-честному с клешнёй пройти, вот позже на стриме. А пока что залезу, ну именно буду вырубать чит там, где, ну куда я уже доходил один раз хотя бы. Потому что каждый раз это так проходить, это что-то жестко слишком для меня. Ну тут буду вырубать, например. Так. Так, читс, infinite jump. Тогда хватит. Так, зарубируемся. Так, так. Я знаю, что может типа как-то быстрее спуститься. Ой, но я не это самое. Не уверен, что я смогу в тайминг нажать там все. Сейчас до пилы пройду. Или до последней, этой, от которой я отталкиваться могу. Так, блин, тут даже без... Понятно. Тут даже без этого Infinite Jumping было проще пройти, чем с ним. А хотя могу, по-моему, Shadow Dash'ниться сквозь нее. Сейчас. Так. Блин, что я делаю вообще? Я просто забываю, что у меня анимация не такая у вот этого дебаг мода, как у просто обычного второго прыжка. Так. Так, вот тут тогда отрублю, наверное. Сейчас, читс. Так, так. Так, ну и как мне надо знать, когда пила будет здесь? А, мне сразу на нижнюю, по идее, можно. Окей. Блин, оно странно не выходит из... вот этих... типа, не знаю, как правильно сказать, настроек, короче, с первого раза. Приходится всегда по два раза тыкать. Какой трэш. А может тут реально попробовать сейчас пролететь? А ну-ка. Ой, блин. Так.
Блин, ну я как знал. Ладно, все понял. Так. Как знал. Типа хз, с клешнёй это настолько проще просто проходить. Ой, ну не надо. Да, я был прав, когда говорил, что я вряд ли смогу там нажать все правильно. Спешу куда-то, не знаю. Не понимаю, куда. Так. Да, серьезно? А, ну было близко уже. Ладно, я выхиляю все. Не знаю, скучно это реально столько просто проще, ну, просто как-то, не знаю, полностью ощущаешь, что ли, способности свои, а так, типа, я настроиться не могу, то есть я вот таким читерным способом сейчас туда дохожу, я просто не могу, по-моему, в колею попасть, чтобы правильно кнопки начать жать. Ладно, попробую через верх все-таки зайти, потому что через верх мне как-то спокойнее. Так. Сейчас пропустим меня. О, так, ну ладно, начнем-то с этих, наверное, пил уже. Или хз, или я вообще фигней страдаю, может мне пойти просто амулет взять, а потом реально, ну, без читов, но с клешней богомола пройти дворец. Ну, путь боли, я имею в виду. Что хз, по ощущениям реально какой-то такой фигней сейчас страдаю. Так. Так, просто я не знаю, где будет эта хрень. Так. А, тут еще пилы, лол, я думаю, это уже конец. Все, хорошо. Ну вот, то самое место, тут надо крепиться к стене, а я не могу, блин, закрепиться, потому что у меня клешни нету. Не будет. Типа, ну... Ло, тут вообще реально пройти, если не вырубать дэмэдж. За, типа, мне же тут лететь надо просто на этом самом. Ну, типа, и здесь вот надо крепиться, и здесь отпрыгивать, и тут. Ну и тут уже можно так. Та ё-моё. Так, ну и вот опять же, нужна клешня тоже. Никак без нее не пройти здесь, не обшелталкиваться от таких шипов, невозможно отскочить именно пого. Так, ой, а еще что-то все пролагало сейчас. Ну и так само и здесь, то есть ты должен падать, дэшиться, крепиться к стене, сюда, сюда идти. То есть вообще никак нереально без крыши не пройти. Ну, ладно, я короче понял, я страдаю фигней на этом пути боль, надо идти талисман забрать. Повырубать читы. Так, привет, Юлост Геморрой. Бегаю в Белом дворце, получается, как и гласит описание стрима. Пытаюсь завершить сейв-файл без клешни, то есть поставил себе рандомайзер мод. Вот, могу продемонстрировать тут, когда вот начинаешь игру, можно себе поставить вот режим без клешни. И я не знал я про вот эти три опции, то есть, и я поставил все на true, то есть я думал, что оно... Типа как немножко облегчит мне процесс сбора там всего вот этого. То есть там, например, более легкие локации даст. Но как оказалось, вот эти три настройки означают, что пока я не убью всех боссов, не возьму все скиллы и все талисманы, я не смогу войти в храм черного яйца, чтобы завершить игру. Получается, я даже в Дискорде, ну, официальном Hollow Knight спрашивал по этому моду, и мне ничего никто не ответил. Поэтому я просто поставил дебаг мод и сейчас хочу взять вторую частичку амулета. То есть я, получается, ну, всю игру проходил по-честному, без дебаг мода. Единственное, я только начитерил с гусеничками, потому что их никак без клешни вообще не собрать. То есть, и вот дебаг мод поставил, чтобы смочь выбраться, ну, получается, туда, куда я не могу все-таки без клешни попасть. Например, в правую комнату Белого дворца. То есть, вот, так же самое, как здесь. То есть, тут никак вообще не вылезти без клешни. То есть, только с такими прыжками, получается, с дебаг-модовыми.
Так, ну я отключу, наверное, пока. Сейчас он же не будет меня бить. Я отключу, наверное, пока это. Потому что... Хотя... Я не уверен. Ну вот, так же самое, как и здесь. То есть на срезе нужна клешня, вот, чтобы зацепиться. Вот. А по Белому дворцу я не знаю. То есть если ты полностью не проходил игру, то, возможно, это лютые спойлеры для тебя будут. Но это, короче, локация, чтобы на еще одну концовку пройти игру. Вот, как-то так получается. Так. Сюда я не залезу, по-моему. Да, сюда не выпрыгнуть никак. Так. Так. Вот. А, или там можно от шипов отскочить, а ну-ка. Или от пилы. Лол, да. Значит, мне сюда. Куда-то. Ну, Белый дворец, это типа локация в грезах такая. Там нужно много эссенции собрать. 1800, если быть точным. Отдать ее провидице. И вот снова такое место, где без клешни, ну, невозможно никак вообще. Тут просто не от чего отскакивать. Я не знаю, как разработчики вообще планировали. То есть, как ты будешь подбирать этот талисман, вот, ну, без дебаг-мода, естественно. То есть, с дебаг-модом-то понятно, я себе вот выдаю прыжки бесконечные и продолжаю путь. Но без него, как по-честному, то есть, завершить со всеми талисманами? То есть, это получается... Ну, я один раз уже играл на рандомайзере, но только я играл с клешней. Получается, и там я смог на все 112% пройти. А типа сейчас я вообще просто без понятия, как проходить без этого дебаг мода. Так, отключаем его. Сейчас тут можно отпрыгнуть вот так вот. Вот то же самое. То есть, не, вроде в теории тут можно. А ну сейчас попробую без этого самого. Блин. Я тупанул, в общем-то. Придется снова вернуть на время. Прыжочки. Так, сюда я уже забирался. Пробую сейчас вот здесь вылезти чисто нейлджампами. Да блин. Не, наверное, лучше вот так вот сделать, чтобы оно меня кинуло. Не, по-моему, там надо все-таки на самую верхушку шипов... Ну, по самой верхушке шипов бить. А может и нет. Лол. Лол! Я смог все-таки. Не ожидал, что тут так можно будет. Но все-таки есть некоторые моменты, которые можно пройти без клешни. Но, блин. Все-таки полностью именно завершить Белый дворец с честным путем, это нереально, по-моему. Ну, не то, что по-моему, а я реально вчера, не знаю, полчаса где-то убил, пытаясь залезть на... ну, справа комната от лифта. Я вот пытался... Вот так же самое, как здесь. Здесь надо крепиться к стене. То есть тут хз. Тут вообще, по-моему, никак не пройти без клешни. Так, Infinite Soul, HP, Invincibility. Давайте. Да? Ай, блин. Сейчас тогда прыжки тоже возьму. Так. Сейчас здесь пройдем. А здесь по-честному-то продолжаем. Так. Все. Блин, у меня души, правда, нету, чтобы шоткат открыть. Хотя там вроде можно и просто разбить его. А ну-ка. Так. Так. Да, тут можно вроде разбить его. Угу. Так. Вот. Не, могу, в принципе, через те шипы пройти. Сейчас попробую. Но если сильно устану, то тогда забью просто и... Так, значит, тут дэшами, по-моему, надо перемещаться. Так, так. Следующий немножко вперед податься еще. А так она... Блин, ну если бы я все правильно сейчас сделал, то не такая она и сложная, эта локация. Так, так, так. Тут можно даже на кристалл дэшах, по-моему, пролететь. Да. Ну и вот, типа, я тут вышел, себе срез заюзал. Ух ты. Четко приземлился аж. Не ожидал сам от себя такого. Так. Все, рычажочек. Так, на телепорт и сущность потратил. Не, ну ты не переживай. Получается, в игре очень много боссов, именно Dream версий там всяких боссов. Ну и просто Dream воинов, которых ты когда убиваешь, у тебя очень много эссенции будет. То есть, если я не ошибаюсь, когда ты убиваешь всех дрим-воинов, дрим-боссов и собираешь все шепчущие корни, эссенцию с них,
у тебя, по-моему, 3000 ровно или 3200 эссенций, то есть за это не переживай, у тебя 2400 точно будет, чтобы завершить все квесты, там, ачивки и так далее, то есть, вот. Просто, возможно, ты с какими-то боссами еще не пофайтился там. Например, ну я не знаю, можно ли тебе спойлерить, то есть если бы ты сказал, что там, да, я хочу там знать, например, или просто перечислил всех боссов, которых ты уже убивал, то, возможно, я бы смог тебе подсказать, кого ты еще не убивал, то есть, ну, я не знаю, типа, хочешь ли ты слышать спойлеры, поэтому, как бы, не решаюсь сказать тебе ничего по этому поводу. Вот, а вообще в игре эссенции достаточно, то есть за это вообще можно не переживать ни разу. Так, по-моему, кстати, это точно... тут можно вроде пройти, если очень в тайминг по шипам бить вот тут-то, где-то. Где-то вот тут, кажись, да. Если в тайминг очень бить, там можно пройти, то есть из секретки выйти, по-моему, то есть без никаких абузов. Сейчас. Ай, блин. Ну там уже близко, хотя не знаю, возможно там тоже нужна клешня, то есть я никогда не трайл этот момент без клешни. Ой, жесть. Не могу сориентироваться, где в этом облачке, надо останавливаться. И начинать бить под себя. Так. О, ну почти в тайминг ударил. Там шипы, то есть там не просто какая-то пропасть или еще что-то, а там именно шипы. То есть если очень в тайминг под себя ударить, то там можно пройти. Прям, блин, прям 100% я это знаю, потому что я первый раз, когда секретку эту открывал, ой, так, ладно, еще несколько раз траю, в общем, когда у меня там будет один хп, либо себе, либо инвиску дам, либо, не знаю, или просто подождать, пока оно выхилится, типа душу я получаю нормально от гусеничек. Так, просто тут... Не, я могу и тут, в принципе, попробовать, но я не уверен, можно ли все-таки здесь пройти. Могу попробовать, конечно. Так. А тут не от чего прыгать просто-напросто. Вот такой момент. То есть там, если была у меня клешня, я бы зацепился, но там не от чего прыгать, если у тебя нет клешни. То есть я там не пройду никак. А, точняк, можно еще об это же душу набивать, я забываю постоянно. Так. Сейчас попробую, я очень надеюсь, что можно там все-таки без клешни справа, куда я летал, пробраться. Потому что я точно помню, что там есть проход. Так. Ну, почти до фула восполню душу. Все, остальное, я думаю, я набью с этого. Ну, когда урон буду получать. Если я его еще буду получать, конечно. Скорее всего, буду. Ну, типа тут с длинным гвоздем было бы очень просто. То есть я... Там за километр об него бился и... Не могу в тайминг ударить, типа не совсем понимаю, когда надо начинать под себя бить. Ну, вроде нажимаю, то ли поздно, то ли рано, я просто не могу. Вроде слышу звук взмаха и не понимаю, то есть... Не знаю. Вроде бы как в тайминг нажимаю, но не получается. Так. Нет, там, кажется, никак не пройти без клешни. Сейчас затестим, короче. Как тут? Я уже забыл, как это делается. Ну, допустим, Infinite Jump пока дам. И посмотрим сейчас, как там вообще шо. То есть вот, смог ли бы я от... Вот... А ну где... Ага. Вон где я начинаю получать урон. То есть если бы я не тратил второй прыжок... Смогли бы я отпрыгнуть, подпрыгнуть, и я вот эту штуку зацепиться, а ну-ка. Блин. По-моему, там будет недостаточно прыжка, хотя хз. Ну, двойного я имею в виду. Сейчас попробуем. Блин, не могу в тайминг просто ударить. Почему-то. Так. Слишком рано делаю. Сейчас-то буду с кристального дэш туда летать. Ну, типа, допустим, я смог бы вот здесь занейлджампить такую дистанцию, и тогда... Ну, короче, просто хочу проверить, хватит ли мне прыжка, чтобы вылезти
именно легальным путем туда. Не знаю, не могу ударить ровно, но я точно помню, что с длинным гвоздем у меня получалось. То есть то ли один талисман брал на рейндж, то ли два, и у меня точно получалось. Слишком рано нажимаю, по-моему. Бью и не слышу звука отскока от шипов. А сейчас то ли поздно, то ли, не знаю, странно как-то. Так. Не знаю, не могу просто ударить в тайминг. Так. Где-то вот тут, наверное. Или хз. А ну, сейчас попробую запомнить положение экрана, в котором я бьюсь об шипы. Так. То есть, ага, то есть где-то три модельки рыцаря, может даже 3,5. Сейчас попробую так на глазок высчитать. Блин, а может и поменьше, чем 3. Где он там? Может 2. Не знаю, просто не могу ударить в тайминг. Ну короче, хз. Допустим, я... дошел бы вот сюда. В принципе, он вроде такой же самый по высоте, этот прыжок с дебаг мода, как и этот. Ну, то есть я вот здесь бы где-то отпрыгнул. Вот где-то тут. Но я бы не допрыгнул по-любому, тут без клешни, то есть нельзя. Тут надо было бы зацепиться клешней, оттолкнуться и тогда по ней ударить. Ну, хз, ладно, не буду это срезать. Пройду через обычный путь. Ну, то есть... сюда вот я уже вылезал. Тут либо здесь на клешня, чтобы отсюда вот прыгать сюда. Либо надо... ой. Либо надо будет дальше, чтобы зацепиться вот здесь за стенку. И пропрыгивать между вот этими хренями. То есть вот так. Типа вот. Вот так. И здесь отсюда еще кристальный дэш сделать. Тоже надо клешня по-любому. Так. Ну а тут нет. Вот. Ну тут уже можно без нее. А здесь снова с ней, вот, то есть никак без нее не... А хотя, ну сейчас попробую. Так, блин, я зря, да, это сделал, наверное. Хотя, ну ладно, ну допустим, вот я лечу, примерно такая высота. Хватит мне допрыгнуть? Не, не хватает там немножко буквально. Не хватает все равно тут, то есть без клешни тут не пройти никак. Ну, типа, это я повыше поднялся, вот, то есть уровень этот... Вот, то есть не хватает тут тоже ренжи, и тут так же само, то есть, чтобы залезать. Я не знаю, как разработчики продумали этот мод. Не до конца они его продумали, конечно же. Больше никогда не буду ставить вот эти All Skills, All Charms, потому что, блин, не знаю, как их проходить, по-честному. Просто нереально. И в Дискорде все молчат, то есть, мне кажется, если бы было какое-то решение, мне бы его подсказали в Дискорде полурыцаря. Но все просто молчали, ничего никто не ответил. Пойдем сейчас. Стоп, что? Что? Окей, и как мне? Как? И где мне взять половинку вторую? Как это понимать вообще? Что не так с этим модом? Окей. Так, ладно. А ну-ка, а что если... тут, по-моему, где-то должна быть настройка, чтобы давать себе талисманы. Collision, HP Bar, Scan, Bins, Sir Toggle, Hitboxes. Вот, Give All Charms я там видел. Как назад попасть? Блин, не могу назад попасть. На 7-й странице, по-моему. Вот, Give All Charms. А ну-ка, я могу ее забиндить или... как ее вообще? Лол? Не, не маус 0, давайте... сейчас. А, стоп, Added Charms to Inventory, вот, нормально. Точно? Все, теперь у меня... о, вот. Теперь у меня есть, наконец-то, эта штукенция. Так, cheats... ой. Блин. Блин, надо перебиндить, что это за хрень? На какую-то О или... а как мне теперь разбиндить ее, лол? Ладно, все равно я этот мод снесу потом.
Так. Ну все, считай, что есть, можно теперь и в храм идти, хотя Хорн это, возможно, перед храмом мне опять скажет, что мне чего-то не хватает. То есть в прошлый раз она меня не пустила, потому что сказала, тебе нужны все талисманы. И в итоге, как оказалось, все талисманы невозможно достать без юзания дебаг-мода. Такие дела. Так, стоп, не сюда вроде. Или стоп, я мог бы на лавочке, наверное, оказаться, если бы я... Ну ладно, добегу уже пешком, наверное. Заодно узнаю, как выглядит обратный путь из Белого дворца. Так, сюда. Сюда. Где-то недалеко должен быть выход. Здесь. Так. Я уже забыл, куда мне надо идти. Сюда вроде? Или... Нет, стоп. Нет, я оттуда приходил. Значит, мне надо еще раньше вернуться. Вот сюда вроде бы. Да. Сюда. Здесь. Да, вот здесь лавочка была, а там комната ранее лифт был. Так. Скажу, естественно, я пройду на стриме как бы без дебаг-мода и без, ну, то есть и с клешней, чтобы как бы это не выглядело так, как будто я просто пытаюсь облегчить себе игровой процесс. То есть я люблю платформинг в Белом дворце и как бы... Так, все, выключаем всю эту хрень. Значит, выключить, выключить. Сейчас посмотрим, что нам Хорна скажет. Она снова может сказать, там, а тебе еще чего-то не хватает. И придется еще бегать, боссов искать или еще что-то такое делать. Так, давай на грязьмут. Так, погнали. Переоденемся немножко для битвы с полым рыцарем. Ксилол, оказывается, можно даже не эквипнутый, ну, сердце пустоты может быть не эквипнуто и лежать вот так вот в инвентаре. Я думал, так нельзя. Так, сердце, сила, шаманский камень. Скажите заклинание и не знаю, что поставить на один. Усенчик. Хотя подожди, кажись, я себе случайно начитерил ячейки вот этой штукой. У меня не было, по-моему, я вот так играл, то есть у меня не было трех ячеек. Одну я не взял, ячейку за грима, а еще одну ячейку я не взял в Туманном каньоне, потому что просто без клешни туда никак не забраться. Еще одну я где-то тоже не взял, то есть вот столько ячеек у меня должно быть, вот такой у меня должен быть билд, по идее. Так, ну погнали, посмотрим, что сейчас Хорнет скажет. Сможет она пустить нас туда или нет. Так. Сейчас скажет, нет, ты убил еще не всех боссов или еще что-нибудь такое. Ну, она издевается, я поставил сейв, то есть без клешни богомола. Без клешни богомола. И она просит у меня клешню богомола. То есть, о чем думали разработчики, когда разрешили все эти настройки активировать, типа, одновременно? То есть, получается, я просто... Я просто проходил, типа, этот ран, чтоб... Не знаю. Типа, сказать, и чё, и можно тут себе клешню богомола выдать где-то или нет? Если можно, то выдам, типа, завершить уже этот, блин, сейв. Так, как оно? А где моя мышка, алло? Сейчас надо наклацать себе. Так, nail damage, force pause, hazard respawn, camera decrease time scale, vigilant hero light hue, camera zoom. Enemy panel. Боксис, хиппи барс. Ну блин, где здесь этот дамп консоль?
Нет, это не то все. Fix Ragged Grid. Brimchild. А вот give all. Ну а можно мне как-то забиндить ее? Не? Я не могу забиндить ее, чтобы дать себе все. Типа не знаю, что надо тыкнуть, чтобы оно мне дало эту хрень. Skills items. Не знаю. Так, а вот клешня бога. О! Given player Mantis Claw. У меня есть теперь клешня или нет? Да блин, дайте выйти. Сейчас, где проверить можно? Да, у меня есть клешня теперь. А ну теперь-то она меня пустит. Она все равно говорит, что у меня нет клешни Богомола. Она издевается. Смотрите на это. У меня есть клешня Богомола. Вот же она. Вот клешня Богомола. О, этот мод, блин. Не, ну он мне, конечно, очень понравился, но теперь я точно знаю, что нельзя ставить те три настройки, когда ты играешь без клешни. Когда с клешней вообще все можно ставить. Блин, ну это жесть. Есть, конечно, еще один способ. Я могу сейчас через редактирование сейв-файла дать себе доступ к храму черного яйца, я думаю. Вот. Сейчас, наверное, я так и сделаю. И если даже это не поможет, то тогда я не знаю, что вообще делать. Типа, что не так с этим модом? Ну, то есть, опять же, когда ты начинаешь игру, если играешь с этим модом, тебе ни в коем случае, если ты выбрал играть без клешни, тебе ни в коем случае вот эти три пункта нельзя трогать вообще никогда. Иначе ты просто не сможешь завершить игру. А все остальное можно ставить, типа, себе, ну, мой сид, вот этот, на котором я играл, ну, вот только что с него я вышел, он выглядел вот так вот. То есть, это было включено все. И здесь тоже было все включено, а тут было выключено. То есть я сам собирал ячейки. Ходил. Вот, то есть, вот так вот выглядел мой сид, на котором. Ну, на сейфале, с которого я только что вышел. То есть, когда играешь без клешни, никогда не ставить вот эти три пункта. Никогда. Потому что не закончишь просто игру. Потому что технически невозможно. Ну, без дебаг мода, по крайней мере. И то, даже вот сейчас я пришел. У меня есть королевская душа. Ну, или сердце пустоты, что мне там дали. И есть клешня. Но она меня все равно не пускает. Говорит, что не хватает чего-то. То есть, если играешь с максимальной сложностью, вот так, без клешни, должно быть вот так все. То есть, вот эти три этих должны выключены быть. А если играешь с клешней, то легко можешь все включать вообще и пройдешь игру. Вот так вот, то есть. Вот. Так, ну все, сейчас немножко редактирование сейв файла. Я точно помню, что у меня. Ну, я видел где-то такую настройку. Сейчас, минуточку. Извиняюсь за черный экран. Я тут чисто. Ну не знаю, я мог бы показать редактирование сейв-файла, но это не особо интересно. То есть могу ссылку чисто в чат кинуть сейчас, где я это все делаю. Так, как там? Hollow Knight, Save Editor Online. То есть вот первая же ссылка, я сюда загружаю свой сейв, на котором уже все сделано именно честным путем, без рандомайзер мода. То есть сейчас... Так, Hollow Knight Dat... Сейчас мне нужна та самая строка, которая отвечает за открытие храма черного яйца, именно дверьки этой после грезящих. Так, как-то black egg. Сейчас. Вот, opened black egg pass. По-моему, это то, что мне надо. Так, теперь я беру другой сейв файл сейчас. Сейчас надо это выгрузить. Это загрузить. Так, берем четвертый сейв файл, в котором я играю. Это можно удалить. Загружаем его. Вот, user 4 dat. И находим тут opened black egg. Вот, и ставим true вместо false. По идее, должно сработать. Но если нет, то я не знаю вообще, что делать. Так, download encrypted PC. Окей.
Закрыть. Все это можно удалить. Downloads. Так, сейчас найду его. В загрузках бардак такой, что мама не горюй. Так, значит, переименовываем его в четверочку. Этот удаляем. Этот загружаем. Все, запускаем полого рыцаря. Все готово. Очень надеюсь, что сработает, чтобы я наконец смог добить этот сейв файл, потому что это жестяк какой-то просто. Блин, просто не знаю. Читал документацию, там вообще написано, что королевская душа является необязательной для завершения игры. То есть, когда ты выбираешь все талисманы. А оказалось, она является обязательной, то ли, не знаю, то ли оно под последнюю версию неправильно сделано. То есть в основном же все моды под 1.4, ой, под 1.2.2.1 делают, а у меня аж последняя версия игры. И то есть, возможно, из-за этого. Так, ну сейчас попробуем. В общем-то, сходить, глянуть, открыто, не открыто у меня эта штука. Так. А у меня есть, кстати, клешня, она осталась или? Да, осталась. Ну не знаю, если она, ну типа, сейчас все равно меня не пустит, то я забью на этот сейв файл просто и все. И следующие все прохождения буду делать без клешни, но без обязательного условия сбора. Не, она меня не пустит, походу. Ой. Ну и как я их убью? Типа, блин. Ну что, мне идти редачить опять сейв файл или идти искать их всех? Типа, Godtamer — это третье испытание Колизея, а я специально в этом сейв файле... То есть я же играю без... Ну, как бы, должен играть без клешни. Сейчас-то я уже себе ее выдал. И, получается, грейжу себе... Не, грейжу себе гвоздь, чтобы я мог по врагам именно выбираться. Потому что если я их с одного удара буду убивать, я не смогу никуда выбраться. То есть, не знаю. Походу... Так, сейчас. Ну, я не знаю, что мне тогда... Передать еще раз сейв файл. Раз, два, три... 4, 5, 6, 7 бот. Ну то есть кристального стражника тоже нереально убить именно из-за отсутствия клешни. Типа сейчас-то я уже смогу. Серый принц Зод тоже его нереально убить, потому что там, когда ты. Ну, он же. Через дом Бреты, получается, появляется файт с ним. А Брету тоже не спасти, там очень, ну, большая стена, высокая, по которой надо лезть, чтобы ее достать. Без клешни тоже нереально. Типа, ну не знаю, короче, это все лишено смысла. То, что я сейчас вот делаю. Ладно, снесу тогда дебаг мод сейчас. Сделаю себе пометку, что никогда не заставить себе вот это All Boss и Soul Charms в... Без клешни режиме, потому что это пипец. Сейчас. Так. Значит. Мод. No. Клов. Three of these parameters.
Все, пометка готова. Теперь... Ага, да, я хотел снести дебаг-мод. Так, рандомайзер оставлю. Хотя нет, я, наверное, пока рандомайзер снесу, просто я не знаю, как он будет реагировать с сейв-файлами, которые именно... Ну, без него игрались. То есть вот этот мой основной сейв-файл, там, где 100 часов с лишним наиграно, там я же еще не пользовался модами, когда играл в него. Поэтому не знаю. Так, это я все тоже снесу. Нет, стоп, 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 это двойка. Только тройку надо снести. Четверку. Все, сейчас тогда... Ой. Так, Hollow Knight. Saves. А, вот, кстати, где хранятся настройки дебаг-мода, теперь я знаю. Все. Так, копировать замену этот файлик. Все, возвращаюсь в рыцаря. Пойду сейчас в основном сейф-файле тогда пройду этот белый дворец. По-честному, с путем боли могу даже пройти. Или стоп, у меня путь боли будет закрыт, наверное. В этом. Блин. А я не помню, есть ли такой сейф, где я не проходил путь боли. Не знаю даже. А ну-ка, сейчас пороюсь в своих сейв-файлах. Ну что? Так, Hollow Knight. Вот, нашел. Кажись, есть у меня такой сейв. Сейчас-то еще раз перезайду, чтобы оно подхватило его все-таки. Так. Hollow Knight. Сейвс. Все, сейчас пойдем, наконец-то. Выполнять его. Так, ну если полый рыцарь открыть, могу тут и с полым рыцарем подраться на самом деле. Типа фигня вопрос. Так-то можно закрыть. Вот, все, мода у меня никаких нету, то есть. А, тут еще есть стальная душа, то есть смерть в Белом дворце будет считаться как бы реальной смертью. Но я думаю, я не умру, то есть с клешней-то уже как бы полегче будет. Так, что у меня есть? А, мне надо переодеть талисман, наверное. Сердце, ну пусть будет, сила не нужна. Шаманский пусть будет, пусть будет. Кровь Улья. Да хотя... Стоп, а сколько занимает ячеек этот глубокий фокус? А не знаю, могу даже выкинуть, наверное, это тогда. Взять гусеничек. Взять... Да хотя вместо этого-то можно взять этого... Как его? Шаманский камень. Может, силу. Ну, пусть будет шаманский камень, короче. Или быстрый удар, типа, чтобы лучше было платформить. Да, вот так вот. Все, погнали. Ну, типа, это уже обычный сейв-файл, то есть, ну как обычный, стальной души, но... То есть, вот такой. Ну, еще и гусенички не все вот собраны. И не хватает одного этого. Изобилок, что у меня есть. Вот так как-то. Эссенция еще не вся собрана. Погнали. Поразминаемся, так сказать. Я думаю, может уже завтра начну прохождение, то есть еще раз в рандомайзер моде, но на этот раз, то есть я не буду ставить все вот эти опции, чтобы я все-таки смог завершить нормальную игру. Поэтому... Довольно-таки легко. Так, не знаю, наверное, стоило описание стрима поменять, хотя я вроде начинал как бы этот... А поменяю, наверное, чтобы не вводить людей в заблуждение, мало ли кому-то интересен этот. Так, белый дворец плюс путь боли. White Palace плюс Path of Pain. Так, убрать тег модификации. Обновить информацию. Все, по идее, оно должно сделаться нормально все.
Извиняюсь. Ну все, поехали, собственно, трайхардить. Извиняюсь, что-то закашлялся немножко. Так. Так, я не помню, здесь можно пролететь или... Или нет? Да. Так. Чал неплохой. Заодно, кстати, покажу, где я когда играл. Вот здесь, во-первых, когда ты играешь с... Ну, без клешни в рандомайзер моде. Вот здесь нельзя пройти, то есть тут нет другого обходного пути никакого. И если ты не умеешь зацепаться за вот эту штуку, ты, то есть, никак здесь не пройдешь вообще. Вот, это первый момент был, где я не мог пройти. Но от этого момента меня спасло то, что когда я перезапустил сейв-файл, меня выкинуло, сейчас покажу где. Дойду туда и скажу, вот где меня выкинуло, когда я, то есть, вышел с сейва, потом зашел обратно, покажу, где я появился. Так, погнали. Так, наверх. Блин, не могу привыкнуть, что у меня теперь есть клешня после этого рандомайзер мода, прям вообще. Ну, то есть, вот это был бы второй момент, где я не смог бы пройти, но, типа, я же говорю, что когда даже первый не прошел, то это не особо важно. И вот, получается, третий момент, где нельзя пройти. Так. И вот, получается, меня выкинуло ровно вот здесь я появился, когда перезапустил сейв-файл. То есть, окей, вот эти все преграды мы обошли, считай, что. Теперь далее. То есть, вот я зашел, получается, сюда. Могу здесь без клешни все проходить пока. Ну, вот здесь можно выпрыгнуть так по-хитрому. Вот так вот. Теперь захожу в эту комнату. И без клешни тут нереально просто пройти. Вот, то есть, это вся высота прыжка. То есть, вот здесь я застрял, ради чего я ставил дебаг мод, это чтобы пройти вот здесь. То есть, потому что без клешни тут, ну, никак было не забраться. И пришлось ставить дебаг мод. То есть, не знаю, я надеялся, что мне ответят игроки или разработчики этого мода. Написал в Discord, никакой реакции, типа, нету, никто ничего не подсказал, по сути. Поэтому будем... Проходить как привыкли. Ой, так. Все, надо привыкать, что у меня клешня есть, потому что я что-то. Ой. Что-то прям реально отвык уже, как это сидеть на стенах, там дэшится, вот это все вообще. Так. 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 Ну, с клешней, конечно, намного проще играть. Ой. То есть, только привыкнуть теперь обратно реально надо, что она у меня есть. Так. Да блин. Сложно. Так, сюда, сюда. Кажись, налево мне, справа потом путь откроется. Так. Не знаю, получится ли. Получилось. Скипнуть. Ну, кстати, я здесь... Если кто-то боится спойлеров, то не советую смотреть, потому что я здесь открою все секретки, именно какие есть в Белом дворце. Все 4 штуки. Ну, считая путь боли за секретку. Так, Анда, я души могу набрать. Блин. И одного убить для журнала. Вот так вот. Все. Так, где там? А, или там нету пилы. Так. Блин, надо было прыгать уже сейчас. Так. Сюда. То есть вот, потом, допустим, даже если бы я прошел эту комнату без клешни, каким-то образом, что уже в принципе нереально, то что бы меня ждало дальше? А хотя нет, левую возможно полностью без клешни пройти. Я даже сейчас могу, типа, вот не цепляясь к стенам, попробовать ее пройти здесь. Ну, типа, это будет немножко сложно из-за того, что у меня здесь есть клешня. Но я могу попытаться продемонстрировать, как я проходил без клешни, типа на вчерашнем стриме это было. Вот, то есть тут я, получается,
пилу баунсился, об эту пилу баунсился. Вот так залезал. Потом... Что здесь у нас? Так. Так, там нельзя пройти. Так. А, вот здесь я вот так вылезал. Без клешни. Вот так. Так, что дальше у нас? Ой, что-то не рассчитал тайминг немного. Так, так. Ой, забыл я поставить, что нельзя прыгать второй раз. Так, одинарный прыжочек. Сюда. Так, а я не помню, у меня есть... А, ну да, там просто душу можно брать. Ну, сейчас схожу, выхиляюсь. Все, ну, хватит. Так, здесь тоже без клешни можно вот так выпрыгнуть. То есть с этой комнаты вообще проблем никаких без клешни особо не было. Ну, в плане сложности да, но не в плане того, что она непроходимая, в отличие от той комнаты, которая справа. То есть ее нереально без клешни пройти вообще в принципе. Так, мне надо, получается, будет вот так сделать. Ой, только надо было вовремя вперед отпустить. Так. О, не знаю, как это сказать, то ли замедлил, то ли поторопился, непонятно. Так, все. И даже это я проходил без клешни, то есть вот тут можно... Ой, не-не-не, не прижимайся к стене, я хочу показать без клешни. Вот, тут можно вот так вот, то есть залезть, если не взять клешню. И потом даже можно еще вот так спуститься легко тут без клешни. И тут точно так же вылезти можно. Да, сижу, с этой комнаты вообще никаких проблем нет в прохождении без клешни. Так. А вот дальше реально проблемы. То есть в правой комнате и там после лифта очень тяжело проходить ее. Ну, в плане не очень тяжело, а невозможно без клешни, в принципе, пройти. Так. Поехали. Ну, сейчас сами, я думаю, все увидите тоже, где проблемы возникают. То есть вот, не, это еще можно пройти. Кстати, да, сворачиваем на путь боли. Обещал путь боли, будет путь боли. Первое из четырех секретов. Вот, то есть путь боли тоже нереально пройти без клешни. То есть тут надо цепляться, вот, отталкиваться. Здесь, здесь. Ой, стоп, что-то я хрень сотворил. Нет, наверное, надо вот так отталкиваться. От самой стены, это ё-моё. Не могу нажать адекватно. Сейчас. Раскликаюсь, потому что все-таки не могу привыкнуть, что я теперь могу наконец-то от стен отпрыгивать. Сейчас раскликаемся и все получится. Так. 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 Так, я не буду жадничать. Тут можно там, в принципе, пролезть, но я не буду жадничать. Вот тут, типа, когда с клешней, ты можешь съезжать, так еще смотреть, типа, что там тебя ждет. Какие опасности подстерегают на пути. А тут уже как бы... Так, вроде слез. И вот, опять же, то есть здесь нужна клешня, чтобы крепиться к стене и делать кристальный дэш. По-моему, я криво сделал. Немножечко. Здесь нужна клешня, потому что тоже не обшо отскакивать гвоздем. Так. Здесь уже можно без клешни с вот этого момента, то есть проходить это легко. Так. Вот здесь опять же нужна клешня, то есть как здесь пройти без клешни, непонятно. Так. Так. Так, все, я выхиляюсь, по-моему, справа дверь закрытая. Все, погнали. Фу, вот это одна из самых моих нелюбимых частей в Белом дворце, вот серьезно, то есть я ее так не люблю. А это еще более нелюбимая, это вот самая, наверное, нелюбимая из всего, что есть. А, я второй прыжок отдал зачем-то, не знаю зачем. Сейчас. Так. Сейчас, значит, тут надо упасть, задешиться и вовремя второй прыжок нажать, то есть там буквально... Ой, что я делаю? Буквально... за секунду там до того, как ты вот так, в общем, надо сделать было. Но это уже легко, по-моему.
Хотя на всякий случай сейчас еще отхиляюсь. Так. Ой, сказал легко. А, не, тут резко все нормально. Сказал легко и зафейлил. Да выеживался, называется. Не чувствую рендж дэша. Сейчас. Дэш. Дэш. Все хорошо. Так. Вот это тоже, кстати, не люблю. Тут есть момент, где надо, ну, очень вовремя прям нажимать кнопку. Так. Так. Сейчас она спустится, и тогда я... Так. Ну, это совсем легко. То есть тут ждешь просто, пока пила уедет подальше, а потом уже дэшишься. Вот так где-то. Потом просто нейлджампишь по ней, ты уже здесь. На месте, как бы. Так. Теперь сюда. Сплошная боль. Ну, когда, понимаешь, когда первый раз проходишь, то есть я его прохожу, ну, чтобы не солгать, уже раз седьмой примерно. То есть, когда первый раз проходишь, оно реально очень сложно. То есть, привыкнуть, что надо так много платформить, в принципе, и так далее. Поэтому, как бы, да. Вот тут, ну, то есть, я уже вот знаю, что можно вот так вот скипать от пилу, то есть, и прочее, прочее, и то я вот фейлю. Потому что заговариваюсь. Вообще, ну, реально сложно, действительно. То есть, может показаться, что легко, но... Типа, ты можешь включить спидранера любого, который путь боли проходит, и он, не знаю, в миллиард раз лучше меня проходит его, естественно. Типа, без вообще ноу-хит, типа, он ни об что не задевается, и по времени максимально быстро, то есть, как бы... Ой, я не допрыгнул, да? Да. Сейчас, блин, с первого раза так хорошо сделал, и сам себе все испоганил, так сказать. Сейчас. Вот тут надо очень в тайминг прыгнуть, двойной прыжок, вот так вот. Ой, немного не могу поймать ритм пил. Ничего, сейчас все будет. Ну это получается ж путь боли, это разработчики добавили в хэллоуинском обновлении, то есть там и короля кошмара уже добавили, они на то и рассчитывали, то есть чтобы игроки вот так, наверное, помучились немного. Но это прикольно, как бы это разбавляет геймплей, то есть... От исследований, от там, коллекционирования предметов и прочего. То есть, по-моему, платформинг это хорошо. Ну, то есть, мне нравятся такие игры, там, как Super Meat Boy, например, и так далее. То есть, по-моему, хороший, ну, хорошая затея это, платформинга добавить в игру. То есть, вот заодно, когда, ну, то есть, как бы, это, можно сказать, обучение для игрока. То есть, вот он, когда... Это все проходит, ему реально становится вот, ну, как бы, он становится одним целым уже со своим, типа, как бы, персонажем. То есть ты реально начинаешь очень хорошо все это чувствовать. Все вот эти движения его, то есть там, когда что нажать надо и прочее. То есть, по-моему, это хороший ход от разработчиков добавить такую локацию, как бы. Такое испытание. Так, сейчас. Вот это тоже, кстати, один из моих нелюбимых моментов, то есть очень сложно подгадать тайминг, когда у тебя, ну вот, когда надо нажать, то есть второй прыжок вот здесь, под этими конкретно пилами, то есть ты должен тут тайминг нажать и дэш, чтобы достаточно высоты было, чтобы ты потом, ну, успел в принципе нажать второй прыжок. И ты должен сам второй прыжок в тайминг нажать, потому что там на миллисекунду позже, и все, ты уже как бы отдыхаешь на шипах натуральных. Жаль, от них нельзя нейлджампить. Я бы очень хотел. Вот. Надеюсь, я сейчас не засру этот трай. Нет, все хорошо. Так, идем дальше. Ну, не знаю. Я, конечно, возможно, сейчас... Типа, проведу больше всего времени в этой комнате. Ну, как по мне, эта комната вот не такая даже сложная, как та, что была вот до нее. Ну, это, конечно, как бы... Мое ощущение игры. Я не могу говорить за всех. То есть для кого-то, возможно, сложнее эта комната будет. То есть тут главное, ну как бы, когда ты уже знаешь, что где расположено и все тайминги, тут главное не паниковать и как бы вовремя все нажать. Чего я сейчас не смог сделать, но как бы не всегда же с первого раза все проходить. Правильно? О, так, спокойно. Ну реально, жалю, оно как бы помогает развивать вот это все там,
знание механик, вот это хитбоксы начинаешь лучше чувствовать, типа когда ты там можешь отпрыгнуть, когда нет и прочее. Так. Ой, короче, надо было два делать джампа, я немножко с таймингами здесь просел. Так. Главное держать все время full хп, потому что мало ли я могу дойти до стражников и умереть, например, на стражниках. Это было бы неприятно. Так. Сейчас не будем торопиться. Будем все методичненько делать. Ой, методичненько называется. Это получается последняя комната платформинговая, то есть после нее же стражники еще, но стражники это не проблема, даже если их два. Погнали. Надо немножко подсобраться и нажать сейчас все хорошо. Ну, то есть тайминги правильные, во-первых, выбрать. А во-вторых, ну, просто нормально нажать кнопки банально. Вроде звучит легко, но не всегда это бывает так. Вот сейчас, то есть мы даем один, а второй не успел дать, блин. Ну, либо надо было подлетать намного ближе, не знаю. То есть... Так. Так. Стараемся, потеем, так сказать. Раз, два. Раз, два. Подлетаем. Спокойно. Так, сейчас, на следующий это трай. Вот сейчас. Ух ты, я чуть только что не зафакапился. Так, ну ничего. Сейчас. Ну, их можно, в принципе, просто магией вниз банально заспамить. Я думаю. То есть они ничего особо не делают, когда ты так спамишь у них. Главное реально сюда с full MP доходить, то есть и все. Собственно, вот он, путь боли. То есть, на первый взгляд, реально может показаться, что, ну, как бы, легко или, наоборот, очень тяжело. Ну, просто нужна практика, то есть, как бы, морально не проседать, во-первых, а во-вторых, просто практиковаться, и все получится. Смотрим самую детализированную катсцену лоровую в игре. Не знаю, возможно, разработчики хотели сказать этим, что у короля и полого сосуда того были какие-то, ну, особо близкие отношения, то есть из-за чего он и не смог стать идеальным сосудом, в итоге зараза начала просачиваться, но можем сейчас, кстати, полистать, посмотреть, что нам там за заметку добавила в этот самый журнал охотника. Где она? Как же много я всех наубивал. Жаль, тут нельзя скроллить там ползунком каким-то. Вот, печать единения. Древняя фигура, печать искусной работы. Такие использовали, чтобы сдерживать чью-то великую силу или сохранить что-то очень важное нетронутым. Ну, то есть, вот, получается, на полом рыцаря эта печать стояла, как я понимаю. Ну, как-то вот, собственно, так. Так, сейчас я немножко хильнусь. Такой вот путь боли у нас. И еще есть, получается, три секретки в Белом дворце. Всех их покажу. Поэтому, кому интересно, смотрите. Кто боится спойлеров, выключайте. То есть, как бы никого заставлять не буду. Особо. Так, вот опять же, обладая клешнёй, можно кучу скипов делать. Например, вот этот самый такой большой из возможных. Ой, сейчас. Так. Так. Ой. Стоп, 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 стоп. Не паниковать. Все нормально. Ой. Рано отдал, дэш. Так. Так. Ну вот реально, зная хитбоксы, то есть можно так легко вылезать по всей этой фигне. Так. Тут даже вот можно сюда сейчас вылезти. Вот так. То есть скипы. И точно так же по этим шипам, вот где там платформа. Вот, точно так же по этим шипам можно, то есть, вот так вот сделать и вылезти. Ну, то есть, когда это все знаешь, ощущаешь, то реально становится проще уже играть, проходить платформинговые вещи. Ну и в целом там по знаниям хитбоксов. Вот, по-моему, я помню, здесь можно пролезть еще.
Так, сейчас надо как-то нормально сделать кристальный дэш. Вот отсюда, по-моему. Так. Так, ну здесь можно шорткат заюзать, но я могу и без шортката. Вот здесь он находится. То есть, если тяжело слишком проходить, можно использовать такую сократилку. А если хочется помучиться, то вот есть здесь комнатка такая интересная. Довольно-таки. Так, ну тут на кристальном дэше вроде можно пролетать уже. Да. Ну вот, мы здесь вышли, если воспользоваться сократилкой этой. Так. Так. Собственно, вот так вот как-то. Лаги? Ну, братик, я не знаю, я стримлю типа 480p, то есть именно в плане лагов игры у меня нет. А лагов интернета, вот потери кадров 0%, я не знаю, 30 FPS стримлю, 480p, по идее, не должно лагать. То есть, единственное, если у тебя интернет медленнее, чем я отдаю 1800 килобит, по-моему. То есть, если у тебя скорость интернета ниже, то, возможно, да, будет лагать. Но я не могу, типа, сделать переключение качества, потому что там вроде 50 зрителей или что-то такое надо стабильно иметь, чтобы сделать переключение. То есть, ну, чтобы оно, в принципе, стало доступным. Вот, поэтому, как бы, тут моей вины особо нету. Я ничего не могу с этим поделать, к сожалению. Так, сейчас. Здесь. Сюда. Так. А, вот здесь где-то секретка, по-моему. А, сначала надо туда, по-моему, полететь, чтобы открыть ее. То есть как анлокается секретка? Мы падаем здесь, делаем максимально кристаллический дэш. Ну, это я переборщил, конечно. Вот тут нельзя будет так сильно это. О, я зря, или нет? Нет, вот. То самое место, где я пытался запрыгнуть по шипам. Вот там внизу тоже можно по шипам панель-джампить, прикрепиться к стене к этой и вылезти сюда. А можно вот таким путем пойти. Я всегда теперь этим хожу, когда знаю про него. Очень похоже, кстати, вот эта штука на, ну, такое же, как и у Белой Леди были в, не знаю, в здании проходы. Вот тут всякие заготовочки вот эти под те штуки, от которые я нейлджамплю. Печать Hollow Nest'а. Как бы доспехи стражников, как я понимаю. Так. Пустота – твоя другая сила, но потенциал твой вечен, то сила, способная противиться времени. Пустота тебе придется укротить. То есть, походу, старался Бледный Король как-то подчинить себе пустоту, ну, то ли у него не сильно получилось, то ли, не знаю, посмотрим, что нам в Силксонге расскажут Тим Черри про... Ну, я надеюсь, как-то очень тесно свяжут эти истории, расскажут больше лора именно в целом по самому полому рыцарю, а не просто добавят еще больше загадок. Ну, посмотрим. Так, а это очень похоже на формочку, в которой отливали коллекционера. А ну-ка. Служить. И все, это типа его единственная цель была, но походу... Ну, я не думаю, что коллекционирование гусеничек было именно тем, чего хотел от него король, и в принципе, что нужно было королевству. Поэтому не знаю даже, насколько он справился со своей задачей. Ну, надеюсь, он хотя бы пытался. Так, у нас осталось еще две секретки, они обе, по сути, в самом конце. И давайте пройдем туда. Так, так, мыслей нет никаких? Нет. Пустота. А у меня вовремя очень начали сверлить. Я не знаю, слышите ли вы это. Так, вот здесь, короче, пол выглядит потресканным, но, типа... Он не трясется, ни частиц нет, ничего, но его можно разбить. И это предпоследняя секретка в Белом дворце. Если прислушаться, можно услышать музыку, очень похожую на тему Белой Леди и тему Тени. Я замучу себе микрофон, пока сверлят, чтобы вы послушали саму музыку.
Ну, собственно, как-то так. Теперь давайте... Ну и, кстати, да, реально тут можно так посмотреть, что действительно комната белой леди, вот. То есть так под нее сделано. И последняя оставшаяся секретка, собственно. Так. Она находится в комнате с королем. Идем сюда и просто разбиваем. Вот тут очень похоже на какое-то расколовшееся загадочное яйцо огромных размеров. В принципе. Давайте почитаем. Нет, яркий родопредставитель. Один лишь свет зайдет над тьмой. Червь станет путеводным маяком, расширит разум и преклонимся полностью ему. То вечность в обещаниях и попечение о проклятой родне. Ну, вот как-то так. Так, принять его нельзя вроде. Вот. Ну и, собственно, теперь то, зачем мы сюда ходили. То есть, любая жертва ради цели. И все, это все, о чем он думает, по-моему. Вот. На английском, конечно, поэпичнее звучит. No cost too great. Типа, мне очень нравится. Ну и давайте теперь, собственно... И еще есть пасхалочка, то есть вот можно посидеть, если не сразу подбирать. Потому что когда уже подберешь, и если попытаешься перепройти Белый дворец, то уже не сможешь сидеть, к сожалению. А сейчас вот можно. Так, заодно, кстати, себе скриншот, наверное, сделаю. Потому что почему бы и нет. И музыка вот, кстати, какая-то тоже начала играть. Тоже очень похоже на мотив Белой леди, но только подизмененный. То есть не знаю, что имелось в виду, но как-то вот так вот. Так, а ну секундочку, я сейчас скриншот сохраню себе. Ну хотя, собственно, Белый дворец и так пройден. То есть я не знаю даже, что еще я могу показать. В принципе, если у меня все выполнено, то я могу и к полому рыцарю сходить, так как мы не сходили в прошлом сейф-файле к нему по техническим причинам. Вот. Так, душа черва, душа корня, сердце пустоты. Ну, они как раз как бы и намекают, что нам придется проапгрейдить его. Идем на вокзал. Так, сейчас переоденусь в грязь мыть это, да. Привет. Так, сердце, кровь гуля гусеничками не надо. Сила пусть будет. Шаманский камень. Кстати, да, кто не знал, можно делать типа вот такую штуку. Входить в переочарованный режим. То есть этот режим позволяет любой на последнюю ячейку. Сейчас продемонстрирую. Вот, то есть осталась последняя ячейка, и на последнюю ячейку можно с любым количеством требуемых ячеек надеть талисман. То есть можно, например, душу короля за 5 ячеек. Но в чем минус этого режима, то что ты получаешь в 2 раза больше урона от любого источника. То есть там от окружения, от врагов атак, от просто контакта с врагами и так далее. Вот. Ну, это может быть полезно, например, если кто-то уже дошел до пантеонов, это очень может быть полезно, когда проходишь боссов на последней сложности, где нельзя получать урон. То есть тебе не так принципиально, как бы, ты все равно умираешь с одного удара, и то есть можно юзать эту штуку. Ну да, это коварная вещь с двойным уроном. Ну, то есть, я вообще, на самом деле, никогда бы не додумался, если бы не увидел на ютубе эту штуку, что можно вот так вот входить в такой режим. Так, ну и поехали, собственно. Посмотрим открыто. Так, а я же всех грязящих вынес или нет здесь? 99%. Не, стоп, надо карту открыть. Грязящие. Так, первое это медуза, да. Там, да. И в башне, да. Да, все, я всех вынес. Погнали тогда. Еще, если кто-то не знает, вот здесь можно почин жука открыть. То есть он как не считается прям врагом, но его можно убить.
То есть, я сейчас, ну, если интересно, я могу сейчас сходить, глянуть, если у меня здесь не анлокнуто, я попробую его выбить. Но рандом штука очень коварная, то есть, я помню, в одном сейфале с третьей попытки, по-моему, его смог открыть, а в другом, наоборот, я не знаю, я попыток, наверное, 100 сделал, если не больше, и, ну, открыл в итоге, но все равно было очень долго. Сейчас я сбегаю в забытое перепутье. Ух ты, привет. В забытое перепутье сбегаю, там, где я этот... ну, там, где Салюбра, в общем-то. И левее там есть дом Починжука. Вот если он у меня закрыт, то я сейчас в Грязьмут обратно вернусь и попробуем открыть дом этого Починжука. Так. А, блин, я не туда и пошел, по-моему, да? Тут же теперь из-за заразы перекрыто будет. Так. Сейчас, а куда же мне надо идти? Так, вокзал. Ага, мне через верх вот вроде можно пройти здесь. Так. Блин, обожаю шаманский камень, просто реально так всех за один залп может сдувать. Вообще, вне зависимости от того, что это за враг. Ты берешь, задуваешь и все. Нету врага. Так, сейчас, кстати, еще, чтобы людей не обманывать, сменю еще раз описание стрима. Фармим Починжука. Не, я сначала чекну, короче, потому что я точно не помню, убивал ли я его. Ай, это было больно и неприятно. Я его нафармил в этом сейф-файле, вот его домик. Нет, стоп, это домик Слая. Я путаю. Вот его домик, он закрыт, все верно. Все, то сейчас сменю описание. Так, фармим... Починжука. Фарминг Мендербаг. Все. Удобнее всего это делать реально, когда ты, то есть, получил королевскую душу. Ну, еще, конечно, в идеале благословение Салюбры иметь, потому что с ним еще быстрее мана отрегенивается. То есть. Так, сейчас, если я не ошибаюсь, я могу просто перезайти, я же на лавочке в Грязьмуте сидел. Сейчас, чтобы быстрее было. И расскажу технику фарма, типа, самую быструю. Ну, самая быстрая с благословением Салюбры, которая тебе регенит ману, пока ты сидишь на лавочке. Но... То есть, мы будем фармить с тем, что у нас есть. То есть... Ну, и заодно расскажу, как все равно быстрее фармить, даже если... Еще не собрал всех гусенчик, не получил благословение Салюбры, там, и так далее. То есть, что мы делаем? Мы надеваем вот этот талисман... Потому что он позволяет получать очень много души с тех, кого ты именно гвоздем грез пронзаешь. Этот просто будет пассивно регенить ману. А этот будет снижать расход души, когда ты кастуешь заклинание. Ну и на всякий случай можно надеть, например, не знаю. Ну, например, вот этот, чтобы наверняка, то есть, попасть по этому жуку. Так, ну и теперь идем в вот сюда. И первое, что надо сделать для того, чтобы начать его фармить, это надо разрушить вот этот указатель. То есть... Так, а дальше... Сейчас убью эту штуку, чтобы она... А дальше можно просто... Так, сейчас, секундочку. Надо его, короче, дримнейлить. Вот так вот. Полностью набрать душу. И все, главное его не убивать, главное ману вот так вот набирать. То есть, и теперь, когда... Ты выходишь из локации и какой-то элемент разрушен в ней, то есть вероятность, что Починжук заспавнится. И фармим мы его следующим образом. Просто вот так вот делаем по КД ну, вот эту штуку, которую я делаю. Магию вниз, в общем, юзаем. И то есть важно ее сломать первый раз. Последующие разы ее вот. Видите, повезло, то есть со второго трая, то есть, а это могло быть сотня траев. Вот, ну, договорю, в общем-то. Главное, первый раз разбить табличку и подняться, потому что, когда ты все последующие разы делаешь, ну, магию вниз вот этот юзаешь, то табличка ломается каждый раз, то есть ее уже не обязательно вручную ломать. Вот. Ну и, собственно, теперь пошли смотреть, что ж там было в домике у Починжука, раз мы так быстро нафармили. А, ну еще, наверное, открылась с ним заметка, давайте тоже ее посмотрим. Сейчас. Вот, Починжук. Член скрытой гильдии жуков, помешанных на поддержании порядка в Хэллоунесте и починке знаковых указателей. Жители Хэллоунеста с ума сходили по строительству. Вот же странный выворот мозгов. То есть в этом и заключалась суть жука, в том, что когда ты ломаешь какой-то элемент, то есть декорации там или еще чего-то,
то он приходил это и чинил, пока ты не видел. И в итоге вот все-таки можно было его вот так подловить. То есть я мог бы не взять магию вниз, а просто именно спрыгивать, и в какой-то момент вы бы видели, что он появился, но он успевает уйти до того, как, то есть, я по нему попадаю, собственно. Ну, если там не взять магию в бок, например, пытаться его ручками убить, гвоздем в смысле, то, блин. Так, я же забыл, что я удвоенный урон получаю в этом переочарованном режиме. Ну и то есть, если его ручками пытаться убить, то можно и не успеть. А магия вниз — это как бы на верочку. То есть там невозможно его не убить таким способом. Просто все упирается в рандом, в шанс спауна его. И я снова не тем путем пошел. Так, сюда. Поломанного. Ну, смотря что ты имеешь в виду. Если ты имеешь в виду, то есть, ну, вот такие вот. Вот указатели, то есть, то да. И прикол в том, что во всех все-таки зонах оно будет чиниться, то есть все-таки гильдия это жива, он не последний, наверное, из своей гильдии. И то есть гильдия это все-таки будет еще продолжать чинить, но тот конкретно знак, который вот мы ломали, чтобы его прифармить в грязьмуте, ну, в колодце, в спуске, он уже никогда не будет починен, то есть он сломан навсегда. Походу, у них какое-то распределение обязанностей было по локациям, кто где чинит, и вот. Теперь эта локация всегда будет сломана. Ну, то есть, для чего в целом нужна вот эта починка элементов бэкграунда всяких, вот этих декоративных? Потому что, если ты, например, вдруг играешь без там клешни или еще чего-то, то ты можешь всегда по ним нейлджампнуть вот так под себя и допрыгнуть, куда ты не мог допрыгнуть, если ты не сделал этого. Вот, как-то так. Мне тоже, кстати, жаль его. Ну, то есть, как бы, это единственный способ узнать его историю и в целом, ну, как бы, о существовании гильдии жуков. То есть ты просто мог его видеть, как бы, не убивая, и строить догадки, что же это за жук, типа. Как бы можешь догадаться, в принципе, что он чинит, раз он что-то там около знака копошится. Но, как бы, такое. Ну и вот, собственно, его домик, и можно почитать здесь его дневник. Итак. «Дорогой мой дневник, разве жизнь не прекрасна? Чинить знаки, заново ставить столбы. Пусть себе ломается, вот что я тебе скажу. Я самый лучший починщик всего этого добра. Порой мне кажется, что в Хеллнесте нет жука счастливее меня. Снова привет, дневничок. Следующий сбор почин жуков совсем скоро. Хоть мы и народец скрытный, на наших сборах мы веселимся на полную катушку. И почин жучиха ягодка каждый раз мне улыбается. Надо будет собраться со смелостью и попробовать. Я люблю мой дом и мою жизнь, но делить ее с другим жуком, а особенно с ягодкой, вот это будет славно. Мой милый дневник. Кто-то взял и сломал мой любимый знак. Да, то, что на вершине перепутья. И ведь его ломают уже не впервой. Но знаешь, просто не могу на это злиться. Наоборот, я должен благодарить их. Чем больше поводов чинить этот красивый и сложный знак, тем лучше. И у меня полно запчастей, так что долго он сломанным не простоит. Так, ну и все, это вроде, ну, оно как бы не обновляется, это один раз можно только прочитать. Ну, вот такая какая-то история, конечно, трагичная, но и, в принципе, сама направленность игры Полого Рыцаря, то есть, как бы, такие темы, там, всякие противостояния света и тьмы, там, о жизни и смерти и так далее, то есть, она не совсем позитивная, эта игра, если так можно выразиться. Так, ну и сейчас, собственно, пойдем-то с Полым Рыцарем подеремся, раз уж... Как бы все есть, по сути. Можно, а можно даже будет и с Radiance подраться. Да, я, наверное, так и сделаю. Схожу сейчас, грейдану амулет до сердца пустоты. И пойдем, наверное, с Radiance подеремся. Ну, конечно, обычная Radiance это не пантеоновая Radiance, ну, почему бы и нет. Так, значит, этот мне точно нужен будет. Шаманский камень хочу. Переочарованным быть не хочу. Нет, да ладно, вместо шаманского камня лучше силу возьму, потому что там же с тенями надо будет драться. И поехали градить амулет. Так. Да, это нам получается на скрытый вокзал вроде бы. Все остальное в этом сейве уже сделано, чисто так его реально сохранил, чтобы если захочется раскликаться, то пойти в Белый дворец. Там пройти его. Вот. Ну а в основе у меня уже все пройдено на 112%, там все вериги сделаны на пантеонах, но только не одновременно, а по отдельности я делал на каждом пантеоне. А то есть одновременно все четыре я делал только на первом и на втором.
Типа третий трайхардил, и что-то, блин, очень сложно было, я на время забил. Может, как-то продолжу, но не сейчас. Типа, сейчас нет особого настроя в пантеоны ходить. Вот. Так, ну, разве что могу чисто зайти показать, то есть, что у меня сделано там, но это потом, в следующем сейв-файле, то есть, когда вот сейчас пофайтимся с Полом, с Radiance. Вот, то есть. Ну и опять же, будут спойлеры, и кто боится спойлеров, то смотрите сами. Вам как бы решать. Так. Сейчас еще раз обновлю описание стрима. Так, делаем... не знаю, как назвать, истинную концовку. True ending. Ending, все правильно. Все, обновляю описание и идем делать талисман себе. Не знаю, игра мне очень нравится. Я уже наиграл в нее 230 с лишним часов, по-моему. И то есть все равно она мне очень нравится. Ну то есть для разнообразия недавно вот мод рандомайзер поставил. Ну, мне и в целом нравится, то есть без него даже сама игра. То есть вполне себе годная темка. Так, здесь вроде. Ой. Здесь вроде можно взять где-то загадочное яйцо, то черненькое. Вот оно. Так, сюда. Я не помню, куда дальше. Я помню, что надо вправо, а куда именно идти вправо, я... Ох ты ж, я не помню. Кажись, сюда. Так. Не огрядись на меня, братки, скоро мы будем с вами едины, так сказать. Так. Вот, собственно, дошли до этой штучки. Нужно видеть свое отражение в ней. И поехали. Да, ну я же, в принципе, блин, Team Cherry, это, я не знаю, это просто разработчик, не знаю, десятилетия, века, то есть, как они все четко сделали, такую игру забахали просто. Мне очень нравится. Ну и реально, как только выйдет Силсонг, сразу же начну в нее играть. То есть, прям уже жду не дождусь, ломка, можно сказать. Прямо. Вот. Так, возможно, я не буду говорить во время подъема из бездны, потому что мне очень нравится, то есть, как бы этот сегмент, и хочу тоже, чтобы вы прочувствовали его. Поехали.
Вот, собственно, как-то так. Обожаю этот момент, просто, ну, сегмент, точнее. То есть, прям, не знаю, мурашки по коже от него, как все сделано. И вот теперь братки к нам даже не враждебны, то есть мы об них не дамажимся. А еще у меня сверлить кто-то начал очень вовремя. Но это мне не подвластно. Буду по возможности мутить микро себе. Вот. Так. Ну, если там что-то сильно разбушуются мои соседушки сверху или снизу, не знаю, где это они там делаются. Вот. Ну, пока же просто возвращаемся, по сути, в Грязьмут. Хотя, в принципе, можно, по-моему, через варп вернуться, оно же должно сохраниться. Если я правильно понимаю. Ну, давайте попробуем. Слушай, я не помню, где у меня стоит именно гвоздя грез варп. Поэтому будем так через Абузик возвращаться. Так, все ты. Так, это я не могу снять. Сила. Ну, вместо сердца можно взять, наверное, шаманский камень. Искажатель заклинаний. Или быстрый удар, не знаю даже. Может, быстрый удар. Быстрый удар, и тогда... А хотя, давайте, Вайрчармит попробуем, чё. Типа, все-таки не первый раз уже прохожу, так хотя бы какой-то челлендж будет. То есть не получать особо урона много от них. Кстати, жалко, что в пантеонах нету самого полого рыцаря. То есть его чистая версия есть, а зараженной нету. Я хотел и там его, то есть, как бы, пофайтиться с ним. Там ноу-хит пройти все дела, потому что вот я объективно не помню, чтобы я хотя бы раз проходил ноу-хит полого рыцаря. Так, ну вот, Хорнет говорит, что она в принципе не станет сходить, но если вдруг там что-то как-то, то она хелпанет. Будем надеяться, что хелпанет. Конечно, кто проходил уже игру, знает, что нас ждет, но как бы поехали. Я не помню, я распаковывал его или он до сих пор связан. Распаковывал. Ну тогда, поехали. Файтиться с ним. Так, я реально уже паттерны его не особо помню, то есть сейчас надо будет привыкать. Так, не надо. Да не надо блочиться, стой. Так, блин, у меня был момент похилиться, но он... Ага, или... Так. Но он разбашился что-то слишком быстро. Так, спокойненько. Не-не-не. О, сейчас будет момент похилиться мне. Ну, я не знаю, вряд ли я, конечно, буду умирать от него, но то есть мало ли, как бы. Так. Спокойно. Ой, я забыл, что он. Так. Давай, 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 братик, помогай мне. Так. Вот, о. Ну, с, блин, с талисманом силы его очень легко убивать, то есть. Давай, опа, хилпа приехала. Поехали. На гид-гудычах. Так. Ну чё, мне понравился мем, типа, когда чувак первый раз проходил, он такой говорит, ну, бросить вызов, типа, мы будем драться с самим солнцем, то есть букашкой какой-то. И это было так забавно, не знаю, мне очень до сих пор смешно с этого. И по факту оно так и есть. С королевой света, можно сказать, сражаемся. Поехали. Надеюсь, я смогу ее осилить с... в оверчармит режиме, потому что получается... Она ж, ну как бы, по 4 меня будет дамажить, вроде как. Так. Короче, главное не попадаться на нее отец. Ой, стой, 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 стой. Не, ну блин, не люблю я этот паттерн. Прям пипец. Ой. Да подожди. Так, тут я могу фул душу, в принципе, набить себе, потому что тут вроде особо не от чего урон получать. Ну, реально, с последним гвоздем и талисманом силы это очень прям сильно.
А, я не могу здесь дремнелить в грезах, к сожалению. А ну-ка, появись удачно, пожалуйста. О, то, что надо прям. Так. У него и дэшек. Блин. Ой, стой. Так, все или... А где она? Ага. А ну-ка. А, все, она наверху уже вроде. Поехали. Блин, я помню вот... ну, здесь он вообще не опасный, этот паттерн, но на Absolute Radiance сколько же раз я умирал на вот этой фазе, где именно лучи. Это пипец, они так быстро бьют, и так то рандомно, то именно в тебя имят. Это прям очень тяжело. А ну-ка, попробуем встать прям тут-то. Вон пустота такая еще снизу, блин, никогда просто это так не делал. А ну, я могу магию ее? Не, она бессмертная, походу, для магии. Только гвоздем надо тыкнуть. Ну, давайте как-то по канону. Это так. Вот, я тут прилетел помогать даже нам. Давай. Отхлестаем разочек. Как-то так. Все вообще не совсем понятно. То есть до выхода пантеонов считалась по сути эта концовка каноничная, как я понимаю. И то есть тут вот маска рыцаря сейчас будет разбитая, то есть как бы, не знаю, нам дают понять то ли, что он как бы свое предназначение выполнил и все, то ли, то есть он умер, не знаю. А как бы в пантеонах нам покажут, что у этого рыцаря, ну, главного персонажа в игре, есть еще как бы следующая форма, а не просто вот эта тень маленькая такая. То есть поэтому не знаю. Ну, в основном говорят, что Silksong будет приквелом, а не продолжением Hollow Knight'а. Поэтому хз, посмотрим, что они нам предоставят. Так, горизонтальные атаки, о, ужас. Ну блин, реально не люблю я вот эти копья. Типа не знаю. А сколько попыток моих на ноу-хит пройти Radiance были заруинены именно, ну, из-за того, что у меня скорости не хватало, например, там, сдвинуться в сторону, и как бы, ну, не то, что у меня, то есть по реакции вроде нормально, а именно персонаж не может так быстро двигаться, как вот эти копья. То есть там в сторону, либо когда от нее копья отлетают, тоже не всегда отойти успеваешь. И я даже по этому поводу талисман Ловкача начал носить именно на Absolute Radiance. Вот так как-то. Ну, сейчас вот титры просто из уважения к разработчикам, к донатерам, которые помогали развиваться проекту, я не буду там Alt F4 нажимать, просто пусть титры пройдут и загружу свой основной сейв, покажу, что я сделал в этом в God Home. Вот. У меня все боссы убиты на последней сложности, то есть, но, блин, с Маркотом, Зотом и Radiance это было реально очень жестко. То есть, ну, дольше всего я травил, по-моему, Маркота, где-то часа два, Зота полтора. А Radiance мне очень сильно заперла на рандом, то есть она стала так удачно, что я смог и бить, и кастовать, то есть на стадии вот этой, где куча платформ в воздухе. И то есть я ее быстро убил достаточно. Просто мне реально очень заперло на рандом. Я пытался повторно ее пройти, то есть, ну, просто проверить, насколько я как бы хорош в ее убиении без того, чтобы игра сама мне помогла. И то есть я не смог второй раз ее убить, no hit. Ну, типа, я уверен, что это возможно, но реально надо очень много попыток сделать, чтобы, во-первых, привыкнуть там к анимациям, в целом там запомнить что-нибудь по паттернам, и как бы просто тоже возможно, чтобы немножечко подвезло на рандом. Все упирается в количество траев, по сути. Вот. Так. Еще, кстати, подмечал очень правильно один пользователь, то, что на разных языках в игре по-разному построены фразы, то есть
на некоторых языках, по-моему, в немецком или французском есть упоминание того, ну, тех событий, например, от Hornet в самом начале игры, которых в других языках, вообще там локализациях и даже в самом английском, то есть как бы оригинальном, можно сказать, языке игры, их просто нет, этих упоминаний. То есть и на этих догадках как бы уже строятся всякие спекуляции там по лору, по второй части даже уже немножко. Ну, если как бы в ладах с английским языком, советую очень канал, сейчас закину название, или даже ссылку кину, сейчас, секунду. Мосбег YouTube. Блин, а как мне... А, я написал Мосбег. Сейчас. Так. Вот, очень советую вот этот канал, то есть если с английским хорошо. Если не очень, то есть и на русском каналы, но просто вот этот чувак, он очень хорошо разбирает, то есть лор по Hollow Knight. Мне очень интересно смотреть все видео, которые он выкладывал именно по Полому Рыцарю, я посмотрел. И не пожалел ни о чем. То есть классный чувак вообще. Так, все, тут все уже можно скипать. Так, я не помню, правда, как на русском называется вот этот обзорчик, который тоже по лору разъясняет все вот серьезно. Ну, наверное, если написать, как там, история боссов Hollow Knight. По-моему, это он, тот чувак, сейчас. Да, Ликорис, вот. Ну, сейчас кину его канал. Но я все-таки настаиваю на первом, типа Мосбаг. Всем мне привет, это побольше понравились разборы. Вселенную Полого Рыцаря. Ой, то давайте уже доведем запаузить до конца. Мы уже поговорили. Так, все, запаузил. Так, Ликорис. Сейчас. Вот канал. То есть можешь, ну, типа, если на русском удобнее, то вот Ликориса посмотри. Если на английском нормально, то Мосбага тогда. Вот. Ну а так могу показать, вот что я сделал в... Так, это можно удалить. Типа у меня бэкапленный сейв этот есть. Можно удалить и покажу, что я сделал в Godhome. Типа очень много времени я потратил. Я не помню, я, по-моему, прошел на 100... Ну как бы, не считая пантеона, вот на 100, сколько там, 7% я игру прошел, наверное, часов за... Не помню, наверное, 60 где-то примерно, а все вот где-то до 140 часов, 60, ну сколько это получается, 60, блин, 140, 40 и еще, ну 80 часов получается где-то я чисто на пантеонах провел, то есть вот это, делал вот эту руму, ну я так покажу, так удобнее будет, вот, делал, то есть вот эту руму я, и в принципе 5 пантеонов проходил, и 5 пантеонов... с веригами, ну то есть я же говорю, вериги я сделал все одновременно только на двух пантеонах. Вот, то есть когда вериги выполняешь, тебе вот эта дверька открывается с дополнительным хп. Типа, вон там на заднем фоне можно увидеть, типа, как бы существо вот это, которое связано с живокровью. Еле-еле заметное. Вот. Ну сейчас покажу вот... Эти пантеоны. Вот, то есть у меня на всех выполнены вериги. Только на первых я сделал светозарные все вместе. И здесь. А тут я делал по одному. То есть сначала там без талисманов, без гвоздя грейдов и так далее. Ну, типа, иногда, может, на некоторых... Может, я на этом два брал. То есть, без, например, без гвоздя и без маны, скажем. Или там без гвоздя и без хп. Вот так вот как-то, но с маной. Но именно 4 одновременно я не делал еще здесь. И здесь тоже не делал, очень потно. Типа, делать одновременно все. Но есть люди, которые проходят. Типа, вон, кстати, на speedrun.com вчера буквально чувак выложил свой мировой рекорд, как он, ну там, один чувак прошел с веригами, поставил рекорд, а вчера побили тот рекорд, то есть прошли со всеми веригами там за 40 с чем-то минут вот этот пантеон. То есть одновременно. Для меня это вообще что-то нереальное. То есть, блин, ну, реальное, но это надо очень много практики. Я не знаю, сколько десятков часов надо вложить, чтобы пройти со всеми веригами. Вот. То есть... Ну, как-то так. Ну, и в целом все у меня сделано в этом сейве. То есть, все собрано, там, все эти... Вот. 3200 эссенций. То есть,
ну, скажем, с врагов даже пусть сотня мне дропнулась, то есть 300 эссенции, если ты соберешь все шепчущие корни, убьешь всех дримвоинов и дримбоссов, у тебя будет, получается, 300 эссенций, то есть варпаться можно свободно. За это вообще просто можешь не переживать. Вот. Ну, единственное, что я мог не сделать полностью в этом сейве, я мог не собрать все вот эти предметы, потому что, как бы, ну, они не идут в персентаж, и в целом я особо не увлекался их коллекционированием, то есть все, что находил, я продавал. То есть, ну, я уверен, что я, не знаю, может, 5-10 штук я не нашел где-то вот этих всех предметов. Ну, а так в целом, вот, все сделано, то есть, и как бы, все исследовано, там, все эти, вот, 164 встречено и завершено. Но я видел у чувака 168, типа, есть, но я не знаю, где он взял еще 4, я листал вики, я смотрел там другие стримы тоже, где челы фармят вот это все. И я не смог как бы больше, ну, я не знаю, где еще 4 взять, я даже не знаю, где одного взять еще, не то что 4, то есть. Ну и вот еще могу показать, этот, комнатка есть, так что просто мне побегать больше надо. Ну да, то есть все упирается как бы в то, сколько ты времени там проведешь, исследуя, коллекционируя и прочее там, файтясь, то есть да, все выполнимо, в принципе. Ну вот, этот, ну сейчас то последним уже покажу. То есть вот внизу тут, получается, меняется статуя в зависимости от того, на какую сложность у тебя боссы убиты. То есть если у тебя убиты на первую сложность, ты будешь просто такой, как тенью. Ну, то есть вот твоя как бы текстура героя, но только теневая она будет. Если убьешь на второй сложности всех боссов здесь, у тебя будет текстура, типа, которая, ну, хлестала Radiance в True Ending, можно так сказать. Вот. А если убьешь на третьей, будет вот такой вот Лорд Теней, который в завершающем 5-м пантеоне ее хлещет. Вот. Сфокусированная пустота. Тут, по-моему, была другая надпись. Мосбак, по-моему, упоминал это. То есть, когда только вышел патч с Годхоумом, тут была другая надпись, но потом Team Cherry ее переделали. Возможно, это было что-то очень спойлерное. Вот. Комната Radiance. И Зотов я тоже убивал, сколько там их, 57 надо или сколько, я не помню. Я их тоже убивал всех, то есть... Сейчас в главном меню покажу этот. Затраю чисто так, ну просто не буду делать... Сейчас, что у меня за талисманы вообще? Так, сейчас переоденусь, возьму тот билд, которым я именно прошел ее на светозарную сложность. Ну, не знаю, я попробую на второй хотя бы ее пройти. То есть я даже на первой иногда от нее умираю, не то что на второй. Так, сердце мне не нужно, сила, да, трюкач, нет. Ловкач точно нужен, потому что, не знаю. Вот, и пожирателя душ я брал, то есть, тут как бы варианты, либо пожиратель душ, либо... либо вот это, ну можно с этим попробовать, в принципе, даже. Давай с этим, а ну сек. Так, ну не знаю, затраю первую хотя бы, но я уверен, что я даже от первой умру, то есть у нее намного быстрее все атаки и так далее. То есть, ну даже без оверчарма я имею в виду. Кстати, меня немножко раздражает, что интро не скипаемое, то есть у Короля Кошмара Грима и у Radiance не скипаемое интро. То есть это очень долго так ждать, особенно когда ты траешь без урона пройти ее, то это вообще забей. Ждать каждый раз, не знаю, по 15-20 секунд просто, чтобы этот... Так, доджем, доджем. Ой, первый пошел, так говорится. Так. Вот, и эти проджектайлы противнющие просто, блин, не знаю... Ой, не рассчитал я этот момент. Не, ну блин, это самый противный ее паттерн просто из всех возможных, этот самый противный. То есть я, конечно, криво двигаюсь сейчас, но... Не знаю, попробую еще пару раз, но... Не, хз, я, возможно, даже не смогу ее пройти там за трайв 10. Потому что, ну, очень сложно. Типа, ну, возможно, я других сейчас могу показать, типа, если интересно. Ну, Radiance это реально, это к ней надо привыкнуть именно там, к анимациям и так далее. Ее победить. Я не знаю, я, наверное, трая 7 где-то сделал именно 5-го пантеона. Ну, то есть,
Я открыл ее, практиковался с ней, ну то есть вот здесь в Гатхоме, где я сейчас. И даже после того, как я ее пару раз убил в этом самом, ну вот здесь в Practice Room, то есть я потом все равно умирал от нее в пантеоне еще несколько раз после того. Так, криво как-то я все делаю, пипец, прям. Блин. Ну то есть, так, спокойно. Ой, что-то я вообще не знаю, зачем я подпрыгнул тут. Блин, я не вижу ничего из-за, ну, вот этой, как бы, виньеточки. Я не видел, откуда копья летят. Это было странно. Не, ладно, я действительно вряд ли пройду. Могу показать кого-то другого, например. Типа, ну, конечно, не Хитлесс, ну, типа, Грима могу показать. С ним у меня вроде уж не такие большие проблемы. То есть... На самом деле, вот Грим и Чистый Сосуд — это самые легкие боссы в том плане, что, ну, у них паттерны очень предсказуемые, то есть, когда ты уже несколько раз прошел их, ты уже понимаешь, как на каждый паттерн реагировать, то есть, и тебе, ну, вот, серьезно уже не так сложно. Вот, то есть, ты понимаешь, там, где можно агрессивнее сыграть, где можно, наоборот, сейвовить, там, выждать момент. Так, тут, кстати, можно рисковать и, типа... стать под ним и запустить залпа в магии, но я типа на верочку играю, поэтому такое. Да, и ударю тебя разочек. То есть тут я никогда не жадничаю, я никогда его не бью на этом паттерне, ну потому что просто я понимаю, что я сейчас зафейлю, и это будет все как бы. Так. Блин, ну я сейчас, конечно, очень жадничаю, то есть можно так огрести разочек, когда я делаю это. Так. Никогда не бью его на этом паттерне, вот серьезно, просто потому что, ну я понимаю, что если я пожадничаю, то как бы все. Это будет габелла мне. Так, а ну секундочку. Морально, так сказать, настроиться. Все, едем. Ой-ой-ой-ой-ой. Это было неприятно. Так. Ой, ну не делай так. Так. Никогда реально серьезно не бью его на этом паттерне, просто вот, ну, потому что стримаюсь. Вот, ну как-то так. То есть один. От, ну как одну тычку от него получил, это. По мне неплохой результат, при том, что я с ним не дрался уже, не знаю, месяц примерно, наверное. Вот. Ну и полого рыцаря. Ну, полого рыцаря, конечно, могу умереть от него сейчас, потому что тоже не практиковал очень долго. Так. У него тоже вот эта интрошка. Ну, у него, конечно, не такая долгая, как у Грима или Радианс, но все равно тоже каждый раз это ждать сцену. И вот, кстати, он типа по анимации вроде бы кричит. Но, как и говорили, то есть, там, про сосудов, что без голоса, чтобы горестно кричать. И вот он, по сути, кричит без голоса, типа. То есть... Ой-ой-ой. Это было опрометчиво. С моей стороны. О-о-о. Я давно-давно не практиковал я его. Конечно. Ну, попробую сейчас еще раз, наверное. Вот. А так не знаю даже, кого показать. То есть, все остальные боссы, они, как бы... Ну, еще даже легче, чем эти, если говорить про первую сложность, а не там, какую-то ноу-хит. Но, типа, нюансы у каждого свои есть, конечно. Так, если попробую сконцентрироваться, 3 раза, значит, урон могу получить, да? Так, то есть, никогда не жадничаю так с атаками, всегда даю только тогда, когда он мне дает бить его. То есть, никогда не стараюсь там как-то в наглую, на пролом пойти, или еще что-то. То есть всегда выжидаю вот так с прыжочками там со всем делом этим. Аккуратненько, не спеша никуда. Ой. Спокойно. Ой. Что-то я. Да блин, надо было, наверное, юзать этот магию вниз, я думаю, успел задолжить.
Так, на единичку похилимся и потеряем 4. Неплохая страта от меня. Так. Блин, боюсь вот так вот подходить, когда то есть он ничего долго не делает, это не знаю. Он чуть не сел на него только что. Ух ты, это было близко. Не-не-не-не-не, ну блин. Ой, такое. Ну, проходимый тоже. Это, по сути, уже финалочка была, просто я затупил. Ну, не буду, наверное, ретрай, типа, я как бы могу снова зафейлить. Ну так тут реально, вот самый сложный босс в игре, это реально вот этот чувак на сложности no hit. То есть там надо очень хитро все было делать, копить ману там до определенного момента, а потом просто ждать его удобную позицию, заспамливать его магией вверх и прочее, то есть, вот. Ну, не знаю даже, особо интересных боссов тут больше-то и как бы нет, собственно. С вот этим чуваком я наблюдаю многих проблемы, просто все привыкли, то есть, что у них будет время похилиться, как бы, а этот чувак, он особо не дает времени хилиться, то есть, его просто надо бить и доджить, бить и доджить. Ну, еще, кстати, многие забывают, что можно дримнелить панцирь его, когда он лежит, то есть, потому что редко это у кого вижу, всегда, когда вижу, что он не дримнелит, подсказываю, типа, чтобы людям попроще было, ой, я сейчас такую фигню сделал. Вот, то есть, можно успевать два раза задримнелить его панцирь и после этого ударить уже его. Вот даже две магии вверх можно успевать дать, то есть. Ай, вот это я, конечно, я зафейлил. Вот, и то есть следующее уже будет реально несложное, по сути. Только главное мне сейчас не огрести от него. Раз, два, три. Это было очень жадно с моей стороны. И все, и вот когда он падает уже этот раз, его, ну то есть если пантеон проходишь, его можно бесконечно дримнелить. По сути. То есть так там набрать душу об него. Можно похилиться в этот момент, то есть и так далее. Ну а это что-то никто не пользуется этим, я не понимаю почему. То есть, наверное, просто люди не знают. Я всегда стараюсь помогать им, подсказывать, что так можно делать. Потому что просто серьезно, ну, там проходят, у них остается там 2 хп, например, а следующий босс после этого, по-моему, Грим, если не ошибаюсь. Но на этом боссе может до фула просто выхиляться. И мало кто это делает. То есть, кто там еще? Вот этот босс мне нравится очень по темпу, так, это же боевые сестры, ну да, по темпу именно мне нравится, то есть в ноу-хит я его проходил с талисманом, который убирает откидывание тебя именно, вот, потому что я не знаю как еще, типа, так, ну берем души, чтобы было для второй фазы много, хотя можно и так сделать. Первая фаза быстрая. Ну, по темпу мне прям очень нравится это сражение. Поехали. Надеюсь, я не умру сейчас от них. Потому что я 100 лет просто не практиковал. А, еще тут магию вниз можно очень хорошо юзать, но я забываю про это все время. Ой. Так, ладно, будем начинать юзать, потому что куда мне еще тратить? Хилиться они не дадут. О, зря. О, что-то они меня прям застали врасплох. Стоп. А, их все еще 3? Что-то я смотрю, что-то не могу понять, сколько их сейчас на данный момент времени. Ну, то есть вот, магия вниз, она как бы ждает иммунку там кратковременную, но этого хватает на самом деле. Так. Все, ластовое. Ну, так как-то. Ну, то есть, я говорю, это надо очень сильно концентрироваться и брать талисман, который откидывание тебя именно убирает. Так удобнее проходить. Для меня, по крайней мере, было. Потом, не знаю. Вот этого босса я очень долго старался пройти на Светозарного. Ну, то есть, могу потратить, конечно, сейчас, но, блин, это тоже тут надо сильная концентрация. Ну, и тут немножко рандом решает, то есть, когда он решит тебе на лицо, например, сесть, или когда ты ему на рога упадешь. То есть, вот, вот как сейчас было. Или как сейчас. То есть, надо очень четко чувствовать, что делать.
А еще я, по-моему, с талисманом ловкача, этого трюкача, да? Или ловкача? Ловкача. То есть я быстрее двигаюсь, чем привык. Сейчас попробую еще раз или два. Не, все-таки ловкача надо снять, что с ним я не пройду. Сейчас. Придумать еще как оверчарнуться. Так. Сейчас. Сейчас. Что я могу оверчарнуть? Да в принципе мне ничего особо-то и не надо. Типа, ну мне все нужно, все, что сейчас эквипнуто. Погнали. Ну, пробовать это еще два раза, и если нет, то как бы нет. Справедливо-то оно справедливо, но бывает, что нет в мире справедливости, и он просто тебе на лицо садится. Вот, то есть бывает такое, что можно задоджить, но бывает такое, что ну прям, ну ты должен вот точно знать, что это, он это сейчас юзает именно. Так. О, окей. Ну ладно, еще разочек попробую. Что-то я слишком близко подошел к нему. Так, все, мастерский. Ну, если не получится, может убью его на этом. На втором уровне сложности. Так. Ух ты, вот сейчас он, например, дэшнулся, то есть вот, если бы я не среагировал за дэшить тоже, то это все было бы, как бы. О, ладно, на второй сложности убью его, потому что не, забей, на третьей это такое. Надо слишком много концентрации. Так, вторая. Поехали. Сейчас, кстати, как назло, наверное, пройду его ноу-хит на этой сложности. Ух ты, вот это мне сейчас повезло. Ну, то есть, вот, рандом он решает, конечно, не так сильно, как решает скилл, но все равно. А, я не могу так его дамажить, да? Я думал, могу. Ой, это было зря. Ну, блин, два хита получил, то есть. У него вроде на третьей сложности ровно столько же хп, сколько и сейчас. И, ну, то есть, что просто с одной тычки убивает тебя. Ну, то есть, вот. Чисто два раза концентрацию потерял, и все. Коллекционер вообще легкий. Его берешь, получается, вот этот талисман. На светозарном с Элегией Куколки. И просто спамишь, и все умирают. Там его сумоны и сам коллекционер. Вот. Типа, кристальный стражник тоже. Вот этот босс, кстати, он противный очень на светозарном. Ну, там тоже, если не терять концентрацию и не жадничать сильно с нанесением урона, то можно пройти его быстро. Зод сложный. Вот зод реально идет, получается, Маркот светозарный, по-моему, Зод светозарный, а потом Радиант светозарный. Вот для меня эти три босса самые сложные были без получения урона. Ну вот, как-то так, собственно. Вот. Так, ну, не знаю даже, что еще такого сказать, рассказать, показать. Возможно, там завтра или еще когда буду начинать рандомайзер мод, но только уже, скорее всего, буду играть с клешней. Но на хардсиде, то есть, чтобы тоже пришлось там попотеть, подумать, куда идти, где скипать там, как и так далее. Вот, но сегодня уже, типа, вряд ли буду в рыцаря, там надо дела поделать и прочее. Вот, как-то так. Вот, кстати, это есть, если, ну, я не знаю, просто проходил ты или нет, ты особо не говоришь. То есть, это благословение Солюбры вот и есть, которое дает тебе ману, пока на лавочке сидишь. Типа, когда все 40 талисманов собираешь, можно его купить у Солюбры. Вот. Так, ну, в общем-то, как-то так. Очень жаль, конечно, я очень надеялся, что я смогу все-таки завершить тот сейв-файл, ну, который без клешни. Но, не знаю, не пошло. Хотя бы сделали какое-то примечание разработчики, что,
ну, невозможно вот с теми тремя параметрами, то есть пройти как бы без клешни. Ну, нету никакого примечания, в Дискорде тишина, типа, не знаю, я сомневаюсь, что если мне за день не ответили, то ответят когда-то еще. Там же сообщение очень далеко уехало, то есть, вот, поэтому такое. Ну, а в целом мне понравился. Я еще думаю, кстати, как-то попробую мод на рандомных врагов. Ну, если рандомайзер, он хотя бы более-менее серьезный именно на талисманы, обилки и прочее, то мод на рандом врагов, он прям очень вообще забей. Ну, то есть, ты можешь спуститься в колодец, а там уже стоит полый рыцарь, то есть, например, вот так. Ну, это такой более фановый, трешовый мод, чем именно серьезно там играть, полностью завершать игру с ним и так далее. Вот. Ну, как-то, я думаю, все-таки попробую тоже этот мод. И еще, может, какой-то там вроде есть какие-то прикольные, но я про них особо не читал, то есть я только вот этот знаю, рандомайзер на обилки и чармы, на врагов и дебаг мод знаю в основном. А там полистаю, может, еще что-то интересное подвернется, то его попробую. Вот. Ну, в общем, как-то так. Спасибо за компанию тебе, Your Lost Геморрой. Спасибо всем еще, кто смотрел, кто заходил там. Вот. Как буду там свободен более-менее, то подрублю. Думаю, с какими-то модами попробую еще рыцаря проходить. Вот, в общем-то и все. Хорошего дня всем, или какое у вас там сейчас время суток. Вот, собственно, пока, пойду.